А для звезд стрит-стайла, чем смелее лук, тем лучше. Часто встречаю в модных хрониках сестер Хадид и красоток из клана Кардашьян Дженнер. И знаете что? Хочу так же. Вот чтобы каждый выход хотелось рассматривать подетально. Жанель Бертаева нас с вами сейчас всему научит. Почему Жанель? Она основатель Mercedes-Benz Fashion Week и Казахстан Fashion Institute. И, в принципе, один из самых ярых борцов за то, чтобы о наших дизайнерах узнал весь мир. Кого вы можете выделить вот именно из казахстанских таких it girls, да, там, кто одевается действительно интересно? Я не думаю, что это только женщины. Мне кажется, что у нас очень стильный Паука Шадибеков. То есть он одевается как итальянский франт, но в то же время с таким казахстанским намеком. Из девочек я думаю, что сейчас на самом деле их очень много. Из мировых кто вас вдохновляет? Ну, много кто. Белла Хадид, Кайли Дженнер, все топовые модели. Реально ли одеться как звезда стрит-стайла? Абсолютно. Мне кажется, с этим вообще нет проблем. Нужно уметь использовать ресурсы, которые у вас имеются. Миксовать можно с обычными вещами. Также и наши дизайнеры стараются делать все, что сейчас в моде. Так, первый лук мы разбираем. Это у нас Джиджи Хадид. Обыграла casual образ с полуспортивным, в то же время полупижамным костюмом. Мы можем предложить вам вот такой костюм Гаухар Касенова. Морская тема, пиджак. Я считаю, что он будет очень сильно смотреться. Вам нужно будет надеть очки в стиле ретро и маленькую сумочку. Белла Хадид, ее сестричка, красотка. Да. Такой некий стиль 90-х, я думаю. Это брюки с заниженной талией, кроп-топ. Этот образ нам... То есть у нас идет сверху рубашка и какие-нибудь джинсы-клёш, да, можно? Да, это могут быть джинсы-клёш, но то есть они желательно должны быть свободного кроя. Третий образ – Кара Делевинь. Она обыграла полуспортивные брюки с лампасами, обычной базовой рубашкой. Это самый легкий образ, я считаю, его можно подобрать в любой момент, в любом магазине. Та-дам! Звезды! В общем, берете фотографию понравившейся звезды, отправляетесь по магазинам, чуть-чуть фантазии, а фотографы уже все сами на вас сбегутся.